В Гомеле спасатели вытащили из болота подростка. 1 октября примерно в 19 часов в дежурную часть МЧС поступило сообщение от местной жительницы о том, что в болотистой местности в районе проспекта Октября застрял юноша. Когда спасатели прибыли по вызову, подросток уже был по пояс в воде. Работники МЧС переплыли водоем и пешком добрались до пострадавшего, находящегося примерно в 100 метрах от берега. Спасатели вытащили его из топи и доставили на берег. После осмотра медиками 16-летнего подростка госпитализировали в одну из больниц Гомеля с диагнозом переохлаждения организма. Выяснилось, что в тот вечер парень возвращался домой. Чтобы быстрее дойти, решил сократить путь. В темноте забрел болотистую местность, застрял, а выбраться самостоятельно не смог. Мобильный телефон к тому времени у него разрядился.